Так, мы идем на ту сторону по нашему огромному мосту. На ту сторону я редко-редко хожу. Смотрите, цветы. Это все цветы, вот это вот разноцветное. Только белые полоски — это камешки, галька. Та сторона, старый Измир. Видите, постройки такие старые-старые. Кстати, этот мост тоже шатается. Ну, не так сильно, как тот, который я называю шатающийся мостик. Так, на той стороне прямо по курсу есть театр. Культурные места, короче говоря, на той стороне. Я помню, я когда только приехала в Измир, и мы с мужем попадали именно в вот этот вот район, здесь всегда была куча автобусов. Вот, кстати, они сейчас тоже здесь есть. И я думала, господи, как же можно здесь не затеряться. Сейчас уже все нормально. Так, топаем, топаем мы потихонечку. Ну, в принципе, на этой стороне вам даже я не знаю, что снимать. Правее в той стороне море. Может, мы туда и выйдем чуть попозже. Прямо я вижу театр. Я не была в нем никогда, потому что моего турецкого, мне кажется, недостаточно, чтобы понимать окончательно искусство. Ой, пахнет травой. Вкусно-вкусно пахнет травой. Где-то, видимо, срезали травку. Не где-то, а вот здесь были работы. Свежевыкопанная земля. Вот он, сам театр. Центр культуры. Сегодня четверг вроде. Народу немного в городе. На той стороне должен быть такой небольшой водопад, если его еще не убрали. Насколько я помню. Это скорая. Надеюсь, мои дети не проснулись. Водопада не вижу. Да, водопада нет. Высох, что ли? Так красиво было, кстати, раньше. Красивые растения, я, честно сказать, как всегда вижу впервые, как всегда не знаю, что это. Я имею в виду вот эти вот цветные красные. Они даже не красные, они такие малиновые, яркие. Мы хотим перейти в сторону моря, но перехода нет. О, лимоны, лимоны, лимоны растут. Наконец-то мы вышли к морю. Такими восьмерками ездили и вышли. Немножко вот волны, ну совсем чуть-чуть. Трамвай. Я так ни разу и не ездила на трамвае.
конечно, лучше, чем вдоль дороги идти. Мои птенчики спят. Сегодня море не такого бирюзового прям цвета, как обычно оно бывало. А, вон там прям по курсу асансер. Вот он, я даже его вижу отсюда. Вон он. Асансер я вам снимала и не один раз. А мы все идем и идем вдоль набережной. Конечно, воздух морской супер, но чуть-чуть ветер все равно дает о себе знать. Главное не простыть. Смотрите, так интересно выложены камни. Ну, в принципе, ничего интересного, просто ровно, аккуратно, чтобы люди могли там посидеть в море. И вот впереди у нас, я вижу, новая станция открылась. Так, интересно, как она называется? Станция для паромов, я не уточнила. Набережная вся, кстати, очень красиво сделана. Все вот аккуратно, велосипедные дорожки, все чисто. Ездят машины все время, которые чистят дороги. Ну, в этом плане вообще придраться не к чему. Метро, говорю, трамваи тоже, которые проезжают, в принципе, вообще не раздражают абсолютно спокойно. Что были они, что не были. Сейчас дойдем до туды, и я сниму вам вот эти белые типа паруса. Что-то интересное я вижу, это что-то новое, это я сама буду первый раз видеть. Так, наша новая станция называется, оказывается, Карантина. Сейчас у нас 14:29, 21 градусов. В принципе, честно сказать, не ощущается 21, потому что прохладный ветер. Фонтанчики. Вот места, чтобы посидеть, именно хорошо, что они, видите, под навесом. Мне кажется, они не до конца открыты. Да. Наверное, летом до конца их откроют. А сейчас вообще. Ага. Тут воды захотелось. Может, здесь кто-нибудь продает? Сынуля возмущается, и никто не попадает у меня. Вот такое вот сооружение мы здесь увидели, честно сказать. Гадаем, что это может означать. Есть у кого какие мысли? У нас пока никаких. Так вот это все выглядит. Ой, вниз дорога, смотри, куда она вниз идет. Нет, что-то мне не интересно туда идти, там мальчики. Так. Сынуля? Здравствуйте, всем привет. Веду обзор. Вот. Наша дорогая Фатимочка со своими детками на прогулке, как обычно. И лысые пальмы. Но они, как я поняла, новые. Вот они, красивые пальмы, правда? Вот эти мне нравятся больше. Так. Ну, все это ерунда, когда с нами вот такой вот красавчик, прячущийся от солнца. Солнышко, мы не любим солнышко. Не прячемся от него. Вот так он прячет, а он хочет спать, так как он проснулся в 9 часов утра у нас. Вкусный наш мальчик. А наша мамочка так наблюдает. Принцесса спит, мы ее не открываем. Она поела в спящем состоянии и дальше спит. Да, поэтому козырек
Поэтому козырек не поднимаем, солнце ей будет мешать. Она у нас белоснежка, почему? Ну вот. Вон она спит, моя девочка. Ой, как ей подходит белый цвет. Сама тоже у нас она белоснежка. Барыня наша. Пойдешь, что ли, где-нибудь перекусим? Моя кушать хочет. Серьезно? Твоя кушать хочет? Да, я серьезно покушать. Не так поклевать, а именно покушать. Кстати, отурчанилась. Короткие штаны на мне появились. Я люблю вот такой вот стиль. Обязательно, чтобы были короткие штани. Короткие штанишки. Ну ничего, ты мне даже коляска проехала по моей велюровой обуви. Да, удобно. Так, ей удобно. Она даже не услышала, что она проехалась по мне. Ну, что я проехалась? Она каждый раз проезжает по мне и по одной бусинке с моей обуви падает. Вот, по одной. Сама глава их обдирает. Здрасте, сама говорит, обдирает. И пошла, пошла, мармуазы. Она покрасила голову. А, да, кстати, вот же он результат. Я не знаю, она вам снимала. Вот она. Я снимала, по-моему, я не помню. Забыла. Мне нравится. Покажи сзади. Мне нравится цвет. Она хочет чуть-чуть более... пепельный. Больше пепла хочет она. Да. Но я мне это... Вот красивое здание. Так, мне дали телефон снимать. Мне дали телефон снимать. Блогера, а я снимаю всякие лицеи, всякие здания. Это лицей, вот это я не знаю, например, что. Вот это она, например, не знает, что, а это лицей. Ну, она прочла. Поэтому. Так. Подождите, я к вам повернусь. Там есть кафешки и кафешки. Там должна быть одна выпечка, в которой я люблю эти... Девушка. Можете спустить. Сын спит, и солнышко мешает. Уснул наш мальчик. Он давно хотел спать. 9 часов у ребенка проснулся, сейчас уже 3 часа дня. Ну да, покушал, попил, и... поигрался, к морю походили, морским воздухом подышали. Да. Это я не знаю, что... А, это мечеть. Так, мусорные баки я вам не буду снимать. Таких лицеях учатся мальчики. В таких лицеях учатся мальчики? Потихонечку, потихонечку мы дошли до асансера. Асансер снимала я не раз, но еще раз сниму. Так, вот этого не было раньше, это, видимо, ночью светится. Кафешки полностью заработали. Вон он, прямо там асансер. Асансер в переводе на русский означает лифт. А, там есть лифт, даже два лифта, на которых можно подняться наверх и посмотреть панораму города. Здесь, как всегда, фотосессия. Здесь часто бывают свадебные фотосессии. Да, в прошлый раз, когда мы приезжали, помню, здесь была свадебная фотосессия. Лето. Ночью, наверное, красиво здесь. Каш Эф, каменный дом, переводится кафешка, название. Ну, в принципе, да, каменный. Там что интересно? А, это что-то для этих
для собачек, для животных. Магазин, прическа, стрижка, помыть, уложить, короче. Вот он наверху асансер. Вон туда наверх мы будем подниматься. Вот мы поднялись наверх, вот такая вот панорама здесь. Все здесь фотографируются, снимают. Это, в принципе, норма, здесь всегда так. И это рабочий день. Представляете, что здесь творится, когда выходные? Вот такая вот у нас красота. Весь Измир как на ладони. Страшно для тех, кто боится высоты. Как раз таки я и есть тот человек, который боится высоты. У меня такое ощущение, что голова сейчас закружится. Tamam, çıkıyorum. Çıkıyorum o zaman. Там была фотосессия, а я ее прервала. Сейчас я вам поснимаю с другой стороны тоже немножечко. Но с этой стороны темно. Ну, как бы вот кафе-кафе. Aferin. Yine.